Привет, ребята! Вот мы опять встретились в Бравл Старс. И сегодня у нас еще даже квест. Нет, вы не подумайте, что я его выполнял. Видите, на них еще 2 часа. Пока эти квесты еще не появились. Но я буду играть с тобой, поднимать покупки. Сегодня поднимать, наверное, даже на 10-й ранг. Что ж, там сделаем? Не знаю. Начинаем ролика. Поставь лайк, подпишитесь на колокольчик. Если ты здесь новенький. Кстати, я буду каждый видео такую фразу говорить, надеюсь. Ладно, погнали. Вот наш первый бой. Давайте-ка посмотрим, как у нас здесь все сложится. И я сразу первым делом вижу нашего гитариста. Все, минус гитарист, ребят. Так, ничего. Ребят, у меня спрашивают, почему я буду в слабеньких кубках? Ну, я вам скажу, что... Я скажу, потому что я его только вчера увидел. Ну, ребят, не смейтесь, ну, пожалуйста. Потому что у меня просто новый аккаунт. В новом аккаунте не все золото пробивается. О, да, нет. Как он разнялся тут, наверное? Не. А ну-ка. Ну-ка, ушел тебя. Оба взорваны. А ну-ка, ушел отсюда. Ребят! Ну-ка, давайте-ка его сейчас поймаем. Ну-ка, иди-ка сюда. Нет, не в портал! А! Нет, ребята! Ребята, это была ловушка. Вот отстойная ловушка. Ладно, ребят, давайте-ка еще пойдем. Ладно, главное, что это не 10-е место. Да. Кстати, ребят, сегодня я еще сниму видео, короче говоря. Ну, как там, короче, если кто знает канал Спуйка, то короче, что он смотрел видео, то, короче, хочу говоря, спать, вот тоже хочу снять какого-нибудь бойца, только не спать. Вот другого, кто у меня есть. Я подумал, хоть пока его снять и сниму обязательно 10, если наберется миллион. Да, не знаю. Ну, может быть. Ну-ка, ушел отсюда. Ну, ушел. Тебя зря вставил бомб. Хотя, тут попадется кто-то. Правильно! Все, ребят, правильно. Так, делаем. Бьем его. Все, ребята, 10 кубков. Погнали еще, набьем. Что здесь? Ну хотя бы не шире, ребят, потому что я шире. Это могло бы быть. А вас хуже! Ой, у меня нет комментариев, как он меня добил. Ладно. Извиняюсь, что так выше. Погнали еще раз. Там я сказал, как уже села чебанок там немножечко. Да блин, да быстрее давай! О, одна баночка, свободная баночка. А ну-ка, ушел отсюда. Ну-ка, ушел. Ребят, никого. Так, ребят, все, прям сейчас пустим. Здесь меня и прямо не видим. Так. Ребята, мне на самом деле очень страшно сейчас. И поэтому я прячу кусок. О, ребята, смотрите, это дьявол с банками. Который меня таки может добить. Так, главное, чтобы сейчас кое-кто... Из меня не было видно. Так. Так. Ребят. Мне страшно. Несмотря на это, я продолжаю играть. Без меня слышно хорошо. Так.
Все, надоел. Смотри, бойца. Прибавил. Встань. Ребят, я все-таки ехать на первое место. Давай. Да! Так. Немножечко осталось, ребят. Совсем кто-то последний. Где же он? Это тот самый Эль Прима. А ну-ка. Давай. Нет! На. Все, ребят, добил все-таки его. Крутяк. Ладно, давайте уже будем соглашаться. О, сколько кубков заработалось. И жетончиков тоже неплохо. Может быть, даже у меня сегодня без квестов этих будет мегаящик. Очень тоже хорошенький мегаящик. Так, ладно, погнали. Так. Ну-ка. Давай. Так, подавай. Какао. Какао. Я знаю, что ты крутой, но я круче тебя. Не-не. А ну-ка. Вот, все, я попросил уйти. По-хорошему, не хотел. Так. Иди еще лозанчика. Лозанчика. Все, не напечу лозанчика. Так, а ну-ка. Все, Эль Прима. Лежить тебе. Я сказал, тебе не жить. Не жить тебе, я сказал. Блин, теперь жить я могу тебе. Нет, не знаю. А-а-а. Ушли. Мынки, ребята, я возле мынок. Давай, подходи. Мы с мынки. Я прямо в середине возле мынки. Так, ребят, я в середине возле мынки. Ладно, надоело, если что, приведу противник. Так, ребят, я просто проверяла. Не, ребят, где это игра? Давайте его заманим. Давайте его заманим. Вот прямо на моей инке. Блин, что не идет? Ну иди же ты, подарок для тебя. Ну все, там мне надоел уже. Мои минки уже там еще за. Тоже туда, но и не туда. Мэ. Все, ребят. Я зол. Почему ты не попался на ловушку? О! Тебе не уйти, Эль Прима. Все, ребят. Минус еще один. Так, погнали дальше соревноваться. Ну-ка. Это не там. Так, твоя мать вот он конечно тогда. Давай быстрее, а мастер ты. Давай. О, все, ребята, у меня на проведи сейчас. Да, чуть-чуть 77. Спасибо, это моего у меня тоже просто совсем это какой-то конкурч моей. Знаете что? Ну это читер 777. Поедет Теон. Но он будет на уровне таких, потому что у него спайдер есть. Леон, Амбер, ребят. Ву! Бель! Как же теперь такое? Ну-ка. Давай, ну подходи же. Я уже с минками заботала только один раз. Эти. Хотя она пусть не подходит, потому что это еще минки вдруг не помогут. Пусти! Маха, все, ребят. У нас еще один. Ну-ка, давайте откроем этот ящичек и этот ящичек, чтобы у нас было больше крутых кубочков. Или таких бутылочек. Нет, фокич. А что это? Нет, только не смей в портал заходить. Ну, если, конечно, он где-то удастся заходить, тогда. Все. Ну-ка. Вау.
Блин, хочу прокачать его на ранг, который я хотел бы. Зашел какой-то. А, даже не буду приглашать. Все равно команды недоступны. Ладно, погнали, ребят. Блок. Ну, это будет довольно легко. Не-не-не-не. Главное, сейчас портал совсем не залечу. А ну, куда у меня телепортировалось? Ну-ка. Так-так-так-так-так-так-так-так. Вот так вот. Нет-н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 ет. Получай, мини. А, забыл я не стоять, да, повторю. Карлик. Ага, я стою. Ребята, прям в середине этих минок стоит. Все. Готов еще один. Пэм. Кинуть минки. Кто-то там? О, кидай минки. Ну-ка, ну-ка, ну. Потихоньку, дай пушку. Ну что ты улыбаешься и примус? Вот почему он улыбается. А нет, я его все-таки смог убить. Нет! Нет, быстрее, быстрее, показал! Быстрее! Быстрее, дефоти у меня! Ребят, я думаю, что опять такая ситуация случится. Ну нет, хорошо, я смог успел. Так, я не знаю, не буду пить, поэтому нормально. Ребят, ребят, я помню, как в кольцах, которые меня убили. Так. Очень хорошо. Так, погнали, значит, еще. Поиграем. Кто это? Еще один бо? Ну-ка, 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 бо, 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 бо. Не, не. Это... Нет. А ну-ка, ушел от тебя, моё. О, спасибо, что мне помог открыть хотя бы. Уже как-то не. Не, не, не. Куда я так собрался? Ну-ка. А, все, ребят, все-таки смог убить. Ну-ка. О, ребят, ты откроешь, будет из туда в телепорт, что там было таких. Мне просто интересно. А, ничего не будет, я просто возле телепорта. Так. Не, Покич. Не кильс только. Ох, они не похилились. Я не понимаю, я уже тоже много таких покичей, и они у них будут куча выйти. Почему они не использовали? Я бы использовал бы ее еще раз. Так, а ну-ка, нет, 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 все. Готово. Крутяк. Да, 19 секунд уже с вами, ребят, будет прощаться. Я этого не хочу, но придется. Так. Хотя нет, давайте лучше прокачаем, бо именно на 10-й ранг уже будем прощаться. Ну потому что, ну блин, ну хочется. Хочу прокачать слово бо на 10-й ранг. Вам так никто не, вам так тоже хочется. Поэтому придется немножко видео задержать. Ребят. Так. Не. Минки. Нет, ребят. Блин, меня 8-бит убил. Будь проклят, 8-бит. Так, уже 8-й ранг, ребят. Уже 8-й ранг. Во, сколько кубков! Блин, еще 10 кубков и награды. И 10 мегаящик уже скоро. Так, ладно, погнали, ребят. Еще набьем. Во. Хочу набить его уже на 10-й ранг. И получить жетоны. Ребят, глаз чешется. Зачесался. Испугал? Испугал тебя, генерал? Да, генерал. А ну-ка ты его шагал. Все. Нет, ребят, нет. Хотя он указ не ведет.
Так. Еще. Еще так. Сейчас, ребят, давайте еще. Ящичек сломаем вот этот. Теперь у нас есть хотя бы три банки. Это уже что-то. О, ребят, как я с ним буду сломаться. Ну-ка. Миленький. Давай, Бух. Спасибо тебе. Я тебе сейчас сказать, когда благодарю. Да. Эго. Офигел. Я его убил. Ай, вернее, Бух. А, нет. Все, меня опять убил Бух. Да, ребят, скажем, а раз мне становится. Ну нет, я пока не сдамся. Я хочу его прокачать уже 15. Он пройдет. Ну и нет, я хочу прокачать его уже наконец-то. Так. Ребят, еще один бой. На начинали. Так, давай. Давай. Все, но нет, теперь есть три баночки. Ну, потому что еще вот это вот. И будет три. Эй, Белька! Белька! Ты там не тихомирилась. Тихомирься. Ребят, меня зажали. Меня зажали со всех сторон. Это так нечестно. Так, ломаем ящичек. Так, все. Все, ребят, преимущество уже на моей стороне. Что это за удар такой? Так, ребят, прячемся от Бельки. Блин, сейчас 7 игроков ЦО. Что мне, ребят, делать? Мне стрёмно. Все, до свидос, Белька, до свидос. Вот до свидос, я сказал. Все, ушла. Пожалуйста, ребят, отсюда ушли уже игроки. Так, телепорт я, конечно же, не пойду. Блин, ребят, вот плечо остался. Ребят, 8 вида нету. Так, только и вот эта штука. Никого. А, Джеки все-таки была здесь. Прикиньте, как она меня захитрила. Вот это да, ребят, как она меня захитрила просто. Не знаю просто, как это понимать. О. Две баночки. Баночка, еще одна баночка. Хочу еще одну баночку. Хочу. Надо, чтобы сейчас никто не пришел. Ну, пришел. Но я уже успел убежать. Хорошо. Блин, это твой. 7 бит. Ладно, надо было оставить эту. Так, останется 7 бит. Все, ребят. Две банки тоже хорошо. Так, давайте-ка сломаем. Ну-ка. Все. Так, ну-ка. Сейчас на тебя. Семьи тоже. Получай. Немножечко подбили. Но это совсем капелька. Так. Ой, подбили еще. Да блин, опять это были. Это почему не в костюме? Так. Уже 4 команды, это круто. А ну-ка, не. Тебе здесь никогда не надо. Если сюда пойдешь, тебя здесь никогда не будут. Все, ребят, вы смотрите, сколько банок, это мои! Белли, они мои! Все, ребят. Минус Беллика. Это была, конечно, быстрая катка. Согласитесь? Так, погнали еще раз. Уже совсем немножко осталось до 10-го ранга. Так, ребят. Ребят, Джеки. Так. Я не хочу лететь. Да, давайте тогда поверим, успею лететь или нет. Не успею. Если буду бежать, я так забуду. Нет, никого. Посмотрел вы точно, никого. Ну-ка, иди-ка сюда, Джечка. Ой. А давай хиль, чувак. Ребят, смотрите, мы все здесь похилились.
вот, ребят, чья-то минка сработала. О, нет. Помогите. Ах ты, Гейл, шарлатан. Бегом. Ах, это ты забил меня. Блин, ребята, он убил моих друзей. За что? За что он убил моих друзей? Это так хорошо. Он мог с нами тоже вообще-то похилиться. И мы бы стали друзьями тоже. С Гейлом еще бы. Нет, ну, конечно, надо было моих именно убивать. Так, ладно. Не, отстал, отстал. Вставай. Ой-ой. Я вообще лойку убил. Хорошо. Так, ребят. Так, еще баночка. Ну-ка, еще баночка. И давай, блин. Я за дерево в вольт попал. Ну как так можно, ребят? О, ну ты убыль, блин. Дерево меня бесит. Куда, бей. А, хотя нет. Лучше посмотри, что такое. Так. Ребят, кстати, у него там Белль. Там ее Белль попала. Так, никого. Ну-ка. О, давай похилимся. Чувак, похилимся. А, Лео не хочет. Не-не. Все. Как она меня убила с такой цели? Ладно. Что, если бы два кубка, чтобы добить его? Чтобы добить Бо. Уже. Надо только два кубка заработать, ребят, и все. Что ж, ребят, давайте заработаем уже эти проклятые кубки. Два кубка проклятых. Для этого нам нужно взять второе, ну или первое место. Да блин, рикошет пришел теперь. Чего все приходят именно на меня, все сразу нападают. О, хорошая партия, Накидается рикошет. Ну-ка, на, все, Карл, зря ты решил нападать. Ура, на нас вдвоем. Я здесь два крутых. Давай, телепортируйся быстрее. Фу, еле успел. Так, где рикошет? О, уже четвертое место, ребят. Могу занять уже четвертое место. Если захочу, конечно. А мне два кубка надо. Мне как-то четвертое место не будет. Давай! Да блин, нет. Давай, лети! Молодец, Бо. Молодец. Ну-ка. Ты использовал маминку зря. Нет. Блин, почти убил, ребят, у него осталось немножечко. Что-то вот, теперь ему еще что-то не так. О, все, ребят. Вау, сколько кубков. Вау, и жетончики. Во, сколько заработал. Теперь в свою награду. 300 монеток. Ну и на этом, ребят, уже будем заканчивать. Не забывайте ставить лайки, подписываться на колокольчик. Ведь я стараюсь только для вас. Ну а с вами был я, Руслан. Всем пока-пока!